Всех приветствую себя на канале. У нас сегодня последнее видео по утеплению и внутренней отделке балкона. Напомню, что у нас был сделан полистирол, отшпаклеваны стены, вмазана сетка, сделанный пол. Это все можно увидеть на предыдущих видео. Пару маленьких советов о том, какую краску использовать для холодного балкона, но утепленного, без принудительного отопления, без теплых полов, без ничего, но утепленного. Краску нужно использовать только фасадного типа. Фасадный тип краски чем отличается от обычной для внутренних работ? Это в первую очередь стойкость к ультрафиолету. Особенно это важно на южной стороне балкона, где солнце светит, грубо говоря, 5 часов в день точно. Обычная краска теряет свет, выгорает. То есть получается вот в этой зоне, где падает свет, будут более светлые. В более низкой зоне будут более темные. И во вторую очередь, если балкон у вас используется для сушки белья, это повышенная влажность. Если балкон часто открыт в минус 20 на проветривание, то есть температура отрицательная, краска более устойчивая к деформационным изменениям. Она более крепкая, более пластичная и так далее. По сравнению с интерьерной краской для внутренних работ. Поэтому у нас здесь какая ситуация? У нас потолок красится в белый цвет классический, а стена красится колеровочный цвет. Насчет колеровки. Колеровку, какую попало, нельзя добавлять в краску самостоятельно, потому что есть варианты, определенные виды красок, где колер всплывает на поверхность краски, и вы при прокраске у вас получается легкая пятнистость. Колер всплывает, вы перемешиваете, он перемешивается и опять всплывает. Поэтому колеровать нужно на колеровочных станциях, в магазинах, в супермаркетах, в специализированных магазинах, где колер специально рассчитан под данный вид краски. У нас краска Колорит Стандарт. В принципе, акрилатная фарба для зонишних работ. Проблем никаких с данным брендом нету. Можно использовать, в принципе, любую краску. Мы часто пользуемся Триорой, часто пользуемся Тикурилой, Садолин и так далее. Все краски фасадные нормальные, даже самые дешевые, поэтому нужно применять краску на любой бюджет. Дешевая краска от дорогой заключается в наличии пигментов, то есть дорогой краски более стойкий цвет получается, менее выгорает, и более общая крепкость, то есть ее можно мыть с моющими средствами и так далее. Более дешевая краска, если ее физически не насиловать, то есть не драть терками ее, не царапать, не пытаться очистить со всей силы, в принципе ничего плохого в дешевой краске нет, если у вас ограниченный бюджет. Для покраски можно клеить малярку, мы используем шпателек, ставим под конец, в некоторых местах клеим малярку, это, к примеру, на подоконник, на оконную конструкцию и так далее. Что можно сказать еще насчет краски? Лучше делать на фасадной краске на балконе 3 слоя, ни в коем случае не делать один слой, этого недостаточно, даже если производитель советует сделать один слой, этого будет достаточно для перекрытия цвета. Слой краски нужен в любом случае, определенный слой, то есть минимальный слой в один слой, минимальная толщина краски в один слой при протирании, при сильном загрязнении, когда вы сильно будете драть, вы просто ее протрете насквозь до шпаклевки, и у вас будет пятно замыленное и так далее. Поэтому нужно красить, я бы вам посоветовал именно от себя, то есть красить 3-4 слоя. В этом случае краску вам хватит на 10 ближайших лет покраски, и никаких не будет в дальнейшем проблем с убиранием загрязнений от ног, от каких-то предметов и так далее. Вот такое вот расположение света на потолке либо вдоль стены — это самое критичное расположение света. Всегда перед покраской нужно проверять заполняющим светом, то есть светить лампочкой вдоль, смотреть, нет ли царапин, нет ли бугров, неровностей и так далее, вовремя это подправлять. Если такое обнаружится уже после покраски стен и потолка, исправить это будет достаточно проблематично. Можно использовать жидкой шпаклевкой, подмазать поверх краски, но нет гарантии, что это все будет держаться в дальнейшем. И между слоем, первым слоем краска, шпаклевка и опять краска, возможно теоретическое отслаивание материала
через определенный промежуток времени. Очень важное внимание нужно уделить перфоглам, так как их нужно прокрасить. Как мы пользуемся? Мы прокрашиваем чуть-чуть белый цвет, легенький первый слой, а потом уже красим колировочным цветом. То есть белым цветом мы добиваемся ровной поверхности везде, однородной. Везде, где может быть тонкий слой жидкой шпаклевки и просвечиваться шпаклевка для полистирола, темные пятна, это все белой краской в первый слой прокрашивается, и последующие 2-3 слоя мы делаем цветной уже колировочной краской, которая уже подготовлена под стены, замешанная. Что касается мелких царапинок. Мелкие царапинки с четвертого слоя забиваются полностью, то есть тут вот есть после первого слоя маленькие царапинки, после второго, третьего слоя их видно уже не будет. То есть поверхность можно будет готовить чуть-чуть более грубо под покраску, иначе если вы делаете в один слой, вы рискуете тем, что у вас малая толщина краски, и вы можете ее протереть, и в принципе видно малейшие изъяны. Надеюсь, моя серия видео по утеплению холодного балкона была полезна для моего зрителя. И следующая серия у нас по другим видам отделочных работ. Отделочных работ в строительстве очень много, так как я делаю 80% работ. Мне есть о чем вам рассказать. Кто не подписался, подписывайтесь. И до следующих видео. Счастливо.